Матч открыт. Ну что сказать, мы этот гол ждали. Да, команда полностью контролировала ход встречи. И нет ничего удивительного, что именно они пробили оборону соперника. Все к этому шло. И пробил. И что это? Гол! Равновесие устанавливается на табло, но это ничья от них может сделать чемпионами. Да, нужно день отстоять и ночь продержаться, и все тогда будет в порядке. Можно выходить вперед, бей! И это гол! Что ж, позволив сопернику выйти вперед, команда ставит себя в трудное положение. А я напоминаю, что для чемпионства в этой игре ей достаточно будет ничейного результата. Сейчас надо сравнивать. Мяч в воротах, и это гол. Одно очко отделяет команду от титула. И надежда перерастает в уверенность. Игра на опережение и быстрота мышления. Вот так можно было бы это описать. Да, и действительно так. И защитники в этой ситуации выглядели просто статистами. Навешивает в штрафную. Есть там кому сыграть. Опасно! Этим мячом они укрепляют свои позиции. И это позиции настоящих чемпионов. А мяч забил, кстати, капитан команды. Ну, он красавец, он же должен быть лидером клуба и... Он накручивает соперников одного за другим. Мертенс. Гол не засчитан, вне игры. Неплохо. Отличный пас. Довести дело до конца. Ну и исполнил. Повеселил публику и соперника. А вот самому ему сейчас не до смеха. Да, форварду в этом эпизоде просто не хватило хладнокровия довести начатое до логического завершения. Здорово перемещаются игроки, чувствуют друг друга. Сыгранность отличная. Не стал мяч ловить вратарь, кулаками его выбивать.